цель – получение важной информации любой ценой. Так на свет появляется летучий эскадрон любви. Разодетые как богини, доступные как простые смертные. 200 фрейлин королевы, обаятельные, красивые, распутные. По приказу Екатерины, они без труда соблазняли мужчин и выпытывали у них любые сведения. Жертвами летучего эскадрона любви становились короли и министры, иностранные дипломаты и полководцы, церковники и вельможи. Историк Анри Эстьен вспоминал. Didn't wake up with